Всем доброго времени суток, друзья. И сегодня расклад для Инны. Что в тебе тайного и что ты скрываешь? Какие истинные чувства, какие у задуманного вами человека действительно мотивы к поступкам определенным, которые он совершил? И вообще, что сейчас происходит в его жизни, какие эмоции он испытывает и каково его отношение к вам в частности? Первый вопрос, который мы будем поднимать в данном раскладе и на который мы попросим карты ответить, это каковы его истинные мысли о вас, то есть как он на самом деле о вас думает, то, что он вам может говорить или кто-то может говорить, это одно, а то, что на самом деле происходит в его голове, это другое. Вот именно его истинные мысли сейчас мы постараемся разузнать. О ситуации с вашим увольнением, что он думает по поводу вас. То есть он считает, что увольнение было несправедливым, например, или что все произошло так, как и должно было в данном случае произойти. Следующий вопрос – это каковы его истинные чувства к вам сегодня? Что он скрывает в чувствах, то есть что он не обнародует, что он старается оставить в тайне? Зачем он написал служебную записку? С какой целью? Какие мысли им руководили в тот момент, касаемые вас, например? Какие эмоции его в тот момент посещали? Что происходит сейчас у него по здоровью? Как складывается ситуация? Что сейчас в личной жизни происходит? Помогает ли каким-то образом ему сейчас его супруга? Ну, то есть она уделяет ему какое-то внимание, она, например, приходит к нему, приносит еду или как-то по-другому она себя проявляет, или она просто отстранилась от этой ситуации, особо помогать не собирается. Что происходит на работе сейчас в отношении него? То есть есть ли действия недоброжелателей, которые копают яму? Что для него сейчас самое важное, самое главное? Какой негатив вы можете получить от общения с ним, а какой позитив, какие хорошие моменты в данном общении? Каковы его намерения в отношении вас? Каких ваших действий он ожидает? Стоит ли уделять внимание при общении тому, что он написал записку, то есть как-то заострять вообще на этом внимание, как-то разговаривать на эту тему, или не стоит этого делать? Чего не будет в ваших отношениях в ближайшие месяцы, в вашем общении, что может быть, а также предостережение и совет карт, тоже бонусом мы посмотрим. Давайте смотреть, что у нас получилось в данном раскладе. Ну, естественно, первое, что мы смотрим, это каковы его истинные мысли о вас и о ситуации с вашим увольнением. Но он считает, что вы девушка восторженная, он считает, что вы девушка влюбленная, и в то же время он считает вас действительно и визуально симпатичной, вы ему нравитесь. Ну и плюс ко всему здесь ложится карта, конечно, которая отвечает за симпатию его по отношению к вам. То есть мысли его хорошие, никаких дурных, черных мыслей, никаких каких-то грязных, знаете, размышлений в вашу сторону с его стороны нет. Что он думает о ситуации с вашим увольнением? Ну, вы знаете, можно сказать, что он считает, что у вас это вызвало бурю переживаний, он считает, что вас ранили таким образом, но и также мы можем говорить о том, что он видел, что в принципе вот это к тому и идет, к тому, что произошло. То есть эта ситуация вызревала на протяжении достаточно длительного времени. Ну и он считает, что это не случайное, то есть это не та ситуация, которая, вы знаете, вот просто раз по щелчку, все, ты уволен, да, в один день. Нет, он прекрасно понимает, к чему шло, он понимает, что это была определенно развивающаяся ситуация на протяжении длительного времени, которая принесла вам боль и которая вызвала у него тоже переживания в данном случае. То есть ему не все равно было и его беспокоило ваше увольнение. Его чувства к вам,
настоящий и что он скрывает в своих чувствах. Ну, вы знаете, здесь мы можем говорить о том, что от себя он, собственно, сейчас уже ничего не скрывает. Наоборот, он проявляет то, что он может проявить. И его именно истинные чувства – это боязнь и нежелание брать на себя какую-либо ответственность. Но, в принципе, вот эти чувства, они постоянно у него как бы в разных интерпретациях и выпадают. Но здесь мы можем сказать о том, что сейчас немножечко больше его чувства и его эмоций занимает другая девушка, которая, тем не менее, ему не близка душевно. И здесь мы можем говорить о том, что человек, понятное дело, ну, сейчас не совсем одинок, но проблема в том, что, конечно, от мыслей о вас, по большому счету, естественно, его отвлекает болезненное состояние. Но мы сами, когда чувствуешь себя не очень хорошо, в принципе, по барабану, что с кем происходит вокруг в эти моменты. Поэтому у него сейчас включенность именно на своем именно физическом состоянии, но тем не менее эмоции он испытывает в ваш адрес, и сказать, что он глобально прямо вот что-то скрывает, скорее это касается каких-то его бывших отношений и какой-то именно информации о своей личной жизни, то есть он какие-то свои чувства из прошлого может скрывать достаточно активно. Зачем он написал служебную записку? Он хотел поменять ситуацию. Он хотел таким шагом показать, что нужно эту ситуацию перевернуть и в каком ключе для вас. То есть это была его именно манипуляция. Он хотел, чтобы произошли изменения в работе того самого вашего недоброжелателя, и у него была цель нанести ему достаточно такой сокрушительный удар и, более того, даже желание, чтобы того товарища уволили. Следующий вопрос. Какие мысли на тот момент им руководили? Вы знаете, это было с его стороны проявление силы, и с его стороны это был тот шаг, который устанавливал порядок в иерархии. То есть он здесь поставил большую жирную точку таким образом, для того, чтобы каждый понимал, на каком месте он находится, и чтобы каждый сверчок знал свой шесток в данном случае. То есть это проявление именно силы, которая ему в данном случае удалось. Но вот здесь давайте посмотрим, в принципе, что принесет тому самому товарищу это. Ну, вы знаете, товарищ может попытаться примириться, он может попытаться с ним поговорить и попытаться все-таки по-приятельски, не то чтобы по-приятельски, но по-человечески решить данную проблему. То есть он может постараться с ним все-таки найти общий язык до того момента, как его уволят, признав его превосходство. Какие эмоции он испытывал? Вы знаете, это было безэмоционально. Это было достаточно логически сделано. То есть здесь мы не можем говорить о том, что человек на эмоциях пошел, да вот я тебя сейчас там, да, и отнес эту записку. Нет, это был не какой-то эмоциональный взрыв, это было продуманное действие, которое он вполне хорошо осознавал. То есть он не спонтанно пошел с этой запиской, однозначно. Что происходит у него сейчас по здоровью? Ну, вы знаете, сейчас все-таки ложатся карты, которые говорят о том, что по здоровью у него может быть некая поездка в медицинское учреждение, то есть проблемы сохраняются, проблемы не решились, и у него могут, помимо всего прочего, появиться какие-то еще панические атаки. Также карты, которые выпали, могут говорить о проблемах с кровью, которые нужно решать на сегодняшний день, и ему нужно, даже возможно будет, вы знаете, как бы это странно ни звучало, вроде бы сердце, но вот тут может быть такая штука, как переливание крови или залив плазмы, то есть вот такие вещи есть. И ему, возможно, нужно будет куда-то ехать для этого или искать другого врача. То есть ситуация не решена на сегодняшний день, но движение в сторону восстановления у него началось. В личной жизни у него ничего серьезного сейчас, то есть вот эти вот отношения какие-то, которые нам показывались несерьезные, есть. Есть дамы, есть женщины, то есть это либо и супруга, и та девушка, которая появилась в его жизни, либо нет, это девушка, это не супруга.
которая ждет от него денег. То есть она вот сейчас переживает не столько из-за того, что он заболел, сколько из-за того, что он не может сейчас ее обеспечивать. То есть вместо того вопроса, как ты себя чувствуешь, она может задать вопрос, а когда ты мне платье купишь, а когда ты мне на 8 марта подарок подаришь. То есть вот такие вот дебильные вопросы на данный день могут присутствовать в ее размышлениях. И она думает именно о том, когда же он, допустим, восстановится, для того, чтобы он мог ей уделить внимание, дать ей денег. Вот эти вопросы вообще просто у нее главные на сегодняшний день. Помогает ли ему сейчас супруга? Вы знаете, супруга вполне возможно отговаривается какими-то своими проблемами или что-то обещает и не выполняет. Она отговаривается ребенком, скорее всего, и считает, что с себя ей нужно снять все проблемы и работы по помощи ему, поскольку у нее есть ребенок, вот она им занимается, как бы ей из-за ребенка некогда, как она может говорить. Поэтому она может достаточно резко, вернее, редко приходить, или каким-то образом она может сделать перерыв в общении, назвать: ой, ну ты же себя, может, не очень хорошо чувствуешь, я тебя не хотела беспокоить, да, вместо того, чтобы спросить, как твое самочувствие. Что происходит сейчас на работе? Есть ли какие-то движения со стороны недоброжелательной? Ну, вы знаете, вполне возможно, что уже там есть какое-то увольнение. Есть рабочие какие-то передвижки, уход, кого-то лишились на работе. То есть, вообще-то, сейчас нужен на работе он в данном случае, но он, видите, не может. Но и здесь вот есть стремительное увольнение. То есть, уже сейчас, если того товарища увольняют, уже пошел процесс. Или кого-то другого увольняют, но кого-то там теряют. Что-то там происходит такое. Что самое главное для него сейчас? Ну, для него сейчас самое главное добиться справедливости, то есть он понимает, что то, что происходило на работе, это было действительно спланировано им, и он желает, и для него это очень эмоциональный фактор, чтобы наконец-таки эта ситуация разрешилась, и чтобы он победил в данном споре. Он хочет, чтобы восторжествовала справедливость. Какой негатив вы можете и какой позитив получить от общения с человеком? Ну, из негатива мы можем сказать, что это может быть достаточно низкая эмоциональность, то есть он может очень спокойно, там, где, может быть, вы ожидали какого-то восхищения или какого-то позитивного отзыва или каких-то других поступков подобного характера, он может вместо того, чтобы явно проявлять свои эмоции, достаточно сдержанно реагировать и очень много не писать, может некоторое время не отвечать, например, то есть не сразу отвечать на какие-то ваши вопросы. Но, тем не менее, из плюсов здесь можно сказать, что он редко, но стабильно что-то может вам писать. И здесь вот опять ложится, ну что такое, ложится у вас карта любовного треугольника и каких-то, возможно, даже обид. Но это обида не с вашей стороны. То есть здесь в любовном треугольнике, судя по тому, что мы увидели со стороны дамочки, что происходит, судя по ее эмоциям и то, что она заглядывает ему в рот и ждет постоянно, да, дай мне там денег. Вот в данном случае ситуация может складываться так, что он именно с ней войдет в состояние обиды. Либо она на него обидится, и он это поймет. В отношениях будет неполадка и непонятная ситуация. Это может сыграть вам на руку, то есть это ложится именно как справедливая, как, ну не то что справедливая, а радостная для вас ситуация. То есть он может поругаться, или она может обидеться на него, вот та дама несерьезная, которая думает о платьишках и прочем, вместо того, чтобы думать о здоровье человека. То есть вот здесь может быть у них раздрай определенный. Каковы намерения его в отношении вас? Ну что же это за ждун такой? В отношении вас опять у него выпадает карта ждуна, и он будет наблюдать, как будто бы наблюдать. Ему, конечно, хочется, чтобы вы подкрепляли его самолюбие, что-то приятное ему периодически говорили. Ему приятно осознавать, что он для вас император, и что, ну, по крайней мере, он так думает, что вы влюблены, и что ему это действительно приятно. То есть здесь вы можете ожидать, что он будет принимать какие-то ваши сообщения, он будет принимать вашу
ваше желание с ним общаться. И для него это, в принципе, позитивное такое вот происходящее событие. Но также из негатива, кстати, здесь вот поясняющая карта, может быть какая-то его поездка или какой-то отъезд. Каких ваших действий на сегодня он ожидает? Ну, вы знаете, он ситуативных ожидает, какой-то реакции, может быть, на какое-то известие. Но все равно он считает, что вы можете действовать даже парадоксально для состояния влюбленности. И он ждет, что, возможно, вы все-таки попытаетесь с ним связаться. Он считает, что все-таки вы появитесь. Стоит ли уделять внимание при общении тому, что он написал записку? То есть стоит ли как-то это обсуждать? Вы знаете, здесь карта ложится так, что говорит о том, что вам стоит понимать, что это определенного рода помощь с его стороны, пусть даже задним числом, но это все равно определенного рода поступок, и это не бездействие. В этой ситуации мы можем, конечно, смотреть его отношения с тем самым товарищем, на которого была написана эта записка, но, скажем так, к чему это приведет и что им реально руководило, потому что не помещается просто такое количество ответов в данный расклад. И мы поймем, что воистину, но все-таки здесь элемент определенного воздаяния по поводу разрушения вашей работы. Да, это как бы отместка за прошлое. И это своеобразная помощь вам, но очень много разговаривать об этом не стоит. Может быть, он даже не хочет, чтобы вы понимали, что здесь из-за вас частично вот эта ситуация произошла. Чего не будет в ваших отношениях в ближайший месяц? И что может быть? Ну вот смотрите, между вами может быть общение, общение на какие-то человеческие и бытовые темы. Абсолютно нормальный, но совместной работы пока не предвидится. Еще вы можете с удивлением заметить, если будете спрашивать что-то о его семье, что он будет защищать свою супругу. То есть он в данном случае не будет давать никакой практической информации об этой женщине. И в данном случае он может говорить о том, что он абсолютно доволен сейчас ситуацией, что у него все хорошо. Одним словом, какой-то ситуации, когда он будет жаловаться, мы здесь не увидим. Мы наоборот видим, что он, ну как бы так, более-менее постарается закрыть свою личную жизнь, оградить как-то, даже с учетом того, что сейчас супруга это не основа его личной жизни, но все равно как-то он постарается эту тему обходить и как-то защищать какую-то свою жизненную позицию, которая касается именно бытовых аспектов. Ну и следующие моменты, это, конечно, предостережение и совет карт. Вы знаете, вы можете что-то, ведь вы уже не на работе, вы можете сделать ему какой-то небольшой презент, но я там не знаю, апельсинов в сеточке ему купить или что он любит. Или какое-то пирожное, и в конечном итоге передать, например, ему в больнице, если это можно сделать, то есть там я не знаю, какие у вас правила, если можно, то можно это, конечно, попытаться сделать. Ни в коем случае нельзя сейчас какие-то остроты ему писать, какие-то упреки или писать что-то с какой-то иронией, потому что действительно нужно понимать чисто по-человечески создавшуюся ситуацию и стараться тоже относиться по-человечески и учитывать чувства других людей. То есть это не время для каких-то шуток, которые направлены именно на то, чтобы немножечко подыронить, скажем так, или сарказм допустить какой-то, это не то время, которое должно быть. Также, кстати, никаких доверительных шуточек и гадостей, которые будут говориться в адрес того, на кого он написал записку, то есть его как-то поливать грязью тоже ни в коем случае нельзя. И какой-то инфантильности, скажем так, и несерьезности тоже допускать не стоит. Ну и здесь мы видим карту, которая говорит о том, что вы можете сделать для него действительно какой-то подарок, который вы купите. Это, возможно, будет даже что-то круглое по форме. И это может действительно
быть в данном случае, ну, пакет с апельсинами, что-то, или фрукты какие-то, или яблоки какие-то красивые, там, желтые, сладкие, голден. То есть вот такие вот вещи могут быть. Но это действительно что-то, что можно ощутить, то, что можно подержать в руках, и то, что действительно вы можете ему передать. То есть какой-то подарочек, какой-то презент в виде заботы, да, он здесь может быть. И как он к этому отнесется, давайте посмотрим. Ему будет приятно, он сочтет это проявлением уважения, и для его самооценки это будет очень приятно и позитивно. Но здесь смотрите сами, есть ли у вас возможность это делать. То есть то, что карты говорят, что это хорошо бы было сделать, это не значит, что нужно, несмотря ни на что, несмотря на отказы человека, несмотря на какие-то, да, препоны, буквально пробивая стену головой, такое делать не обязательно. Но в любом случае, вы видите, человек все-таки учитывал ситуацию прошлого, когда подавал данную служебную записку. И в данном случае это не какая-то внезапно вспыхнувшая ссора. Это то, что накипало на протяжении уже достаточно долгого времени, от полугода до года. Это могло происходить, ну, то есть по срокам, смотря кто сколько времени там уже работает, вы сами лучше знаете, какой это промежуток времени. И вот за это время то, что он видел несправедливость со стороны этого человека, какие-то некрасивые шаги с его стороны, все это на сегодняшний день вылилось, ну, вот в такое с его стороны поведение, такой его поступок. Для тех, кто хочет заказать личный расклад, вы можете писать мне сообщение в личку. Все мои контакты под данным видео в текстовом описании. Ну а я желаю всем удачи, до встречи, до свидания.